Опа! Но пока еще не успели мы все посмотреть, потому что время только 10. Уже часа два как на выставке. Супер, вообще. Где-то когда-то хочу. Мяско и салка. Привет! Мы находимся на Самарской сельскохозяйственной ярмарке, которая проходит в 2021 году. На этой ярмарке, говорят, даже губернатор в этом году будет. И сейчас графики обзор. Сегодня у нас помимо ярмарки еще и конкурс профессионального мастерства среди ветеринаров. Называется он «Лучший ветеринарный фельдшер». Сегодня мы кратенько попытаемся вам рассказать о том, что здесь происходит. И, соответственно, здесь выставляется очень много разной продукции, не только мяско и салка, но еще очень много сельскохозяйственной техники, свыше 100, ну, да что тут 100, 200 единиц сельскохозяйственной техники я пока ходил, снимал, заметил, и буквально вся жизнь сельскохозяйственная, машиностроительная, технологическая жизнь региона сегодня сошлась в одной точке, это Самарская областная сельскохозяйственная ярмарка. И говоря немножко о сельскохозяйственной технике, сегодня мы с вами посетим великолепную технику от компании «Рубин». Соответственно, сегодня мы расскажем вам, как правильно выбирать колбаску и, соответственно, немножечко о нашем родном ВУЗе, который является соорганизатором вместе с Самарской областью, это Самарский государственный аграрный университет. Очень долго. Да, давно не было так долго, так очень хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Искандер. Искандер, очень приятно. Меня Матвей зовут. Искандер, я вот смотрю, у вас такая прекрасная, желтая, синяя, оранжевая, красная, разная дыня. Расскажите, пожалуйста, нашим прекрасным зрителям, как выбирать правильно дыню? Ну,
сейчас в сентябре уже срок подходит уже к концу, дыня вызревает. Она и зеленая, да, не определить его. Вот этот сорт такой, идиллия. Она и зеленая уже в сентябре, уже она спелая. Чуть желтеет все. Ее можно разрезать, и она вся белая внутри. А вот самое прям самое сладкое. Вот как вот сейчас самое вот чисто. Сладкое. Чисто вот прям вот взгляд эксперта. Ну, конечно, чем желтее, тем лучше. Но не определишь. Например, может быть вот такая вот зеленая, чуть желтая, вкуснее, чем. И у всех разные вкусы же. Это немного она зеленая, сочнее может быть. А это как бы бархатнее такая. Знаете, как вот, картошка разваристая, не разваристая. Ну, то есть это чисто на чувство, на, да. На интуицию. Чисто на интуицию. Но дыня, я считаю, дыня должна сама выбирать своего хозяина. Вот чисто не мы выбираем дыню, а вы. Ну вот подходят, спрашивают, хочу такую дыню, сочную. Я стараюсь, конечно, подобрать сочную. Ну, пока жалоб не было. Спасибо вам большое, удачного дня. Здравствуйте. Здравствуйте. Как давно на выставке присутствуете и как вам вообще выставка? Выставка супер, присутствуем мы уже не первый год, но на моей памяти уже лет 10, наверное, как только... А какую продукцию представляете? Я вижу, у вас тут такая красивая вкусная картошечка, которую прям пожарить хочется. Да, мы представляем вообще семенной картофель, но, соответственно, и продовольственный картофель, выращенный в нашем регионе. То есть вы из Самарской области и прям местные, и наше местное производство? Здесь представлено местное производство. Экологически чистое? Да, конечно. Супер, спасибо вам большое. Меня зовут Надежда. Очень приятно, Надежда, меня Матвей зовут. А подскажите, пожалуйста, как вам выставка? Выставка супер, как всегда, из года в год. Нам очень нравится, много интересных представителей. Ходим, смотрим, знакомимся, заводим новые знакомства полезные. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Олеся. Олеся, здравствуйте, очень приятно. Меня зовут Матвей. Как вам выставка здесь в Хаесной? Но пока еще не успели мы все посмотреть, потому что время только 10, а мы только открылись. Предвкушение, в общем. Да, да, да. Олеся, пройдемся. Расскажите мне, пожалуйста, про вашу продукцию, что вы представляете, потому что я не мог пройти мимо вашего такого красивого, с таким прекрасным названием «Лада», вашего такой палатки. Расскажите мне, пожалуйста, да, немножко. Да, Тольяттинский мясокомбинат «Лада» – это мясокомбинат полного цикла от убоя до производства готовой продукции, то, что мы сейчас и представляем на выставке. Убой все мы знаем, да, что такое. Колбаса у нас есть различного вообще вида. Вареная, копченая, сырокопченая, сосиски, есть детская линейка, есть новинки, линейка к пиву, сыровяленая. То есть на любой вкус можно найти продукт. Спасибо вам большое, удачного выставки.
по оборудованию площадки, где будут выставляться сельскохозяйственные животные. Здесь будут сидеть строгое, но справедливое жюри и будут решать, какой вы, корова или конь, является лучшим и в этом году удостоится золотой медали. Рядами, соответственно, сельскохозяйственные выставки, и очень много людей, свыше 5000 человек сейчас уже посетило выставку, и, соответственно, ну все, помимо того, что выставка, ярмарка направлена на то, чтобы показать новые достижения, какую-то определенную продукцию, которая является определенной лучшей в своем роде, это еще и площадка для заключения разного рода договоров и о сотрудничестве. Соответственно, можно сказать, что ярмарка является своего рода экономическим форумом, и, соответственно, сегодня на кругленькую сумму денег заключится парочку договоров. Ну и, соответственно, мы видим, что здесь много вот такой техники, это манипуляторы. Здесь даже поставлен ветеринарный пост Самарского ветеринарного объединения, он за моей спиной. И, соответственно, большое количество животных, которые представлены, среди них даже есть быки-рекордсмены. Спят усталые игрушки, книжки спят, одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться, ты ей пожелай. Храмов, коммерческий директор города. Сергей, здравствуйте. Как вам выставка? Первый год выставляетесь? Не, мы каждый год участвуем в выставке. Это у нас уже скоро будет традицией, потому что выставка проходит ежегодно, мы выставляем все ежегодно, это уже наша традиция. Выставка прекрасная, считаю, в этом году для того, чтобы, скажем так, нивелировать последствия пандемии, я считаю, выставка очень хорошая. Сергей, подскажите, пожалуйста, а что вот такие вот у вас красивые большие машины, это что вы такое выставляете? Это наша продукция, это пневмоходы, в данном случае представлен Рубин 1200 и представлена большая машина Рубин 2500. Соответственно, здесь мы можем провести аналогию, 2500 это емкость почки 2500, Рубин 1200 это емкость 1200. Да, то неподготовленный зритель может показать, что это цена 2500 и 1200. Это гораздо дороже. А если не секрет, сколько вот такая вот, например, машинка стоит? В районе 2,5 миллиона. 2,5 миллиона. А это чье производство? Это самарское производство. Самарское. Рубин. Обычно производственное объединение. Как дела? Дела отлично, выставка в разгаре, полно народу, все довольны, радостные. Ребят, такие вот вы, тут интересную такую экспозицию представляете, наш Самарский аграрный университет. Расскажите, пожалуйста, немножко, что, про что рассказываете людям, что вы кидаете в массы? Мы представляем университет и рассказываем людям о том, какие у нас есть факультеты. У нас очень много факультетов, связанных с инженерией, инженер-строитель, инженер-механики, также менеджмент и разные другие направления. Призываем поступать в наш университет. Наш Самарский государственный аграрный университет. Наш университет-то будет самым лучшим в регионе? Конечно, он всегда был самым лучшим. Все, спасибо большое вам, удачного дня. Меня зовут Сергей Васильев. Сергей, очень приятно. Матвей, расскажите, пожалуйста, как вам выставка, Сергей? Выставка очень хорошая. В этом году много на
новинок, много интересного всего, много новой техники, много выставочных экспонатов. Здорово. Сергей, расскажите, пожалуйста, что вы в этом году выставляете на выставке? Мы показываем нашу биомодуль, вот биотехнологическая установка, предназначена для того, чтобы выращивать различные овощные культуры, такие как на зелень, так и на корнеплоды, допустим, в частности, укроп, петрушка, салаты, редиска. А почему носки? Такие 200, пуховый 300. А какие лучше? Ручной вязки 250. А ручной вязки это с любовью? Конечно. Когда особенно любимые женщины вяжут. Спасибо большое.